Капрал Дуэйн Хикс, CQ-404-821-5-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хикс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть, мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер, 118-й батальон, на борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сифора»? Внимание! Прямо сейчас Рино-2-1 и Рино-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри 161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рина-2-1. Двигаюсь в их направлении. Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме! 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулаку. Прием. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино-2-1! Не выйдет, 2-1.
На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель, это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1, как там дела у 2-3? А, Уинтер. Смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Вижу, царь. Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сифора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сифора, я следую по направлению к 2-3. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Твою мать. Капитан, вы это видите? Меня отсюда! Стреляй, мой кукварь! Стреляй, мой кукварь! Это Уинтер! Я обнаружил Киза из Ирина 2-3. Вокруг вижу тела, но не все. Одного или двух морпехов из 2-3 не хватает! Что, погибли? А погиб. Не ссы, я тебя вытащу. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать! Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик Сулака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказ. Черный ящик совсем близко. Возьмем его. Потом прибудем к Рино 2-1. О'Нил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращайтесь! Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Ура и к черту, морпех. Постараемся. Спасибо, О'Нил. Есть, кто-то есть! Контакт! Контакт! Понеслась! Да! О'Нил, соскучился? Черный ящик у нас, 2 минуты. Киз, лови! Уинтер, понял тебя. Вертичить потом будем. Возвращайтесь. В черном ящике должны быть данные о том, что произошло на Сулаке. Если мы его доставим, неизвестно еще, что выяснится. О'Нил, будем у тебя через минуту. Поздно! Смотри, в шлюпке! Твари! Бросаем гранату! И стой! Ты что, совсем спятил? Беги к соединителю! Все, твари, уходим!
Черный ящик отправляется на Сикору. Парни, задание выполнено. Рино, уходим, уходим! Уинтер, пошел! Мы потеряли черный ящик. Киз, он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы, а это уже кое-что да значит. Говорит Сифора, вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Сифора, высылаем вам запись. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка ВЮ. Срань господня. Что? Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как там его? Капрал Хиггс. Сифора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективов. Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Боже, ну мы влипли. Сифора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Киз? Сифора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. Они... Чем дело? Это Белла. Она у нас с ней. Что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь, бойскаут. Сулако! Мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем двери и выбросим эту дрянь в космос. Что за бред? Ничего не делай без меня. Рейдер 6-5, за мной следует Сифора. Уинтер, мы идем на посадку. Прием. Вас понял, Рейдер. Двери отсека закрываются автоматически. Так что поторопитесь. Да чтоб мне в кофе нассали. Так, все, держись! Сифора, из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. Другого у нас нет. Через пару минут корабль будет под контролем морской пехоты. Так что идем искать Беллу. Мне кто-нибудь скажет, что здесь произошло? Кто тут еще, кроме нас, на этом чертовом корабле? Мы контролируем боевой комплекс корабля Сулаку. Противник бьет прицельно. Это Рейдер 6-5. Открыли ответный огонь. Помни мои инструкции. Они живые люди. Сэр, эти люди стреляют в нас. Не уходим, знаю, сынок. Первым огонь не открывать. Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Сэр, а вы там не... О'Нил, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на обоих кораблях погибнут. Так что считай, что это не вопрос, а приказ. Шевелись, солдат! Понял.
Сефору только что накрыло вторым залпом. Сэр, нужно организовать полную эвакуацию. Боевой комплекс я не контролирую. Белла! Белла, это он, слышишь меня? На нас напали какие-то люди, кто? Да, я здесь, здесь. Прячусь на складе рядом с грузовым отсеком номер 3. О'Нил. Хорошо. Держись, детка. Мы уже идем к тебе. Все эти вояки — люди в Вейланд-Ютоне. Они наемники. Это значит, про устав можно забыть. Они здесь что-то прячут, и свидетелям совершенно ни к чему. Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Ура! Черт! Выполняй задачу. Просто намертво. Давай туда не пойдем. Плохой знак. Что будем делать? Даже не знаю. С автопогрузчиком справишься? На учениях я с ним работал. Видите? Кто все эти люди? Белла! Белла! Ну же, это я! Господи, Белла! У тебя на лице была эта штука, когда ты очнулась. Ты точно в порядке? О'Нил, она была уже мертвая. Я в порядке. Отодрала ее, как только пришла в себя. Со мной ничего не случится. Как же я счастлива вас всех видеть. Послушай, Сефора попала под обстрел, и мы идем отключать боевой комплекс. Ты как, а? О'Нил, я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Сефора, говорит Уинтер. Мы нашли Беллу из Рина 2-3, но нас обстреливают люди в Вейланд-Ютоне. Направляемся к мостику. Укажите кратчайший маршрут. Следуйте через инженерный отсек к рельсам. Понял, Бишоп. Через инженерный отсек. Буду докладывать обстановку. Режь дверь, Уинтер. Говорит Рейдер 6-5. Вижу три Шайена. Они высаживают морпехов на Сулака. Ура. Парни, не стреляйте по своим, а гадов из ВЮ отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему мы уходим с Сефоры? Потому что Сулак убьет по ней из крупного калибра. Если не доберемся... Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1, вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Говорит Сефора, поднимайте в воздух все, что есть, и увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сефоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые позывные капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Кулак, это Уинтер! Раздвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Уинтер, там постоянно идет перестрелка, но ситуация стабильная. Бишоп говорит, что Сефора не выдержит обстрела, ее реактор скоро взорвется. Наши парни рассчитывают на тебя. Сефора стреляет по нам! Наверное, они хотят вывести из строя орудие. Да что за хрень? Обстрел не точен. Мы убиваем своих морпехов. Да, корабли стреляют друг в друга. Кто же захватил боевой комплекс Сулака? Похоже, мы скоро это узнаем. Наверняка мостик серьезно охраняется. Так замочи их всех. Сэр, мы добрались до мостика. Задание выполнено. Поздно. Сэр, о чем вы? Мы же здесь! Сулака, СОС! СОС! Реактор в критическом состоянии! Мы ничего! Извините, сэр, мы не смогли! Нет!
готовиться к столкновению. Я горжусь тем, что служил вместе с вами. Храни вас, Господь! О, Боже. Парни, мы провалили задание. Статус. Понял. Уинтер? Здесь. Получаю оперативную сводку. Сулако, это Уинтер. Ответьте, прием. Сулако, вы меня слышите? Черт возьми! Уинтер, Уинтер, это Сулако. Рад тебя слышать, сынок. Сэр, мы на мостике. Правда, мы опоздали. Забудь об этом. Все кончено. Мы покидаем Сулако. Рейдер 6-5 тебя подождет. Но только не заставляй ждать себя слишком долго. Конец связи. Десантная шлюпка далеко? Тебе дистанцию в метрах или число желающих нас пришить? Без разницы. Сотни четыре. Можешь сказать, в каком состоянии сейчас лифты? Да, Уинтер. Питание подключено. Уровень повреждений неизвестен. Не советую. Прием. Верь мне. Внимание. Корпус поврежден. Корпус поврежден. Сказать мне что? Про что?
ты проснулась с ксеноморфом на лице. Я же сказала, эта штука была мертва. Со мной все в порядке. Существо было как бы костяное, белого цвета, почти паук, но с хвостом. Да, у меня горло побаливает, но у меня все в норме, честно. Белла, ты скоро умрешь. Откуда ты знаешь? Так было с Кизом. Сколько? Часы. Может ли? Мерзость. Пошли. Тут неподалеку есть колония Надежда Хадли. Или что там от нее осталось? Наши коротковолновые передатчики здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Так что же случилось? Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в 45-м. Не очень-то обнадеживающе. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с Вэйлю? Похоже, колониальная морская флота Соединенных Штатов вступила в войну с Вэйланд-Ю. Парни, вы это слышали? Даже знать не хочу, что это было. Может, Надежда Хадли выглядит и не очень, но только она может нас спасти. Попробуем связаться с центром управления. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов. Привести это в рабочее состояние. Бишоп, ну-ка глянь. Положи чехол от смартгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать стол. Так, все сюда. Мы с Бишопом останемся здесь и займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики периметра. Понял меня? Понял. Так точно, сэр. Бишоп, это Уинтер. Первый датчик установлен. Прием. Вас понял. Осталось еще 4. Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, Уинтер. Можете продолжать. Очень похоже, что кто-то дал здесь свой последний. Магазины пусты. Ни одного патрона. Бишоп, можешь подключить третий датчик. Прием. Понял. Связь с третьим датчиком установлена. Так, Бишоп. Похоже, четвертый датчик работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Штаб, мы подключили пятый датчик. Теперь у вас должен быть периметр. Если он работает, сообщите прием. Понял, Уинтер. Периметр неплох. Бишоп, что происходит? Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец связи. Уинтер, О'Нил, ваша позиция под угрозой. Немедленно возвращайтесь в центр управления. Уинтер, на твоей картинке я видел старую турель. Помнишь точно, где она стоит? Помню, сэр. Мы ее прихватим. Принято. Собирайтесь. Когда мы
подключили пищеблок, генератор отрубился. Связь с Ритой Беллой потеряна. Итак, нам необходимо отремонтировать радиовышку и связаться с нашими морпехами. В одиночку мы тут долго не протянем. Есть туннель. Он ведет прямо туда. О'Нил, Уинтер, возьмите с собой смарт-ган. Найдите девчонок. Двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Так точно, сэр. Уинтер, побежали. Слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик. Слышите? Так точно, слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Кто-нибудь слышит? Это Уинтер. У меня проблемы, я не знаю, где я. Ну давай же, тупая рация. Уинтер, черт тебя дери. Я думал, все, тебе крышка. Как ты выжил? Я сам только что расстрелял последние патроны по этим гадам. Я в туннелях был, тебя искал. Что делать будем? Я оставил свой маяк в лифте. Иди к нему, встретимся там. Давай, ищи выход, брат. Какие-то громадины. Что это за жуткие твари? Дерьмо. Ты на них наткнулся? Там еще остались живые. Уинтер, не спеши. Насколько я понимаю, они идут на звук. Если тварь близко, замри и подожди, пока она не уйдет. Твою мать! Ты не сказал, что эти ребята взрываются! Они взорвались? Да, полное дерьмо. Они такие типа, ой, что это за шум? А потом вдруг все повзрывались нахер! Я иду к тебе. Эх ты. Да сам такой. Поговорили. А то. Сигнал все ближе. Не останавливайся. Мы почти выбрались. Уинтер! Он вернулся! Он рядом со мной! Это огромная тварь! Эй, я добрался до лифта. Где эта тварь, не знаю, но она близко. Thank you.
Белла? Рид у них! У нас патроны кончались, мы уже камни собирались кидать! Все хорошо, Белла, все хорошо. Сейчас пойдем ее выручать. Мы никого не бросаем. Мы разделились. В ангаре она была рядом с аккумуляторами. Все ко мне. Время есть. Сначала они сунут ее в кокон. Откуда знаешь? Я видел Кизу. Идет. Спасибо. Не знаю, что... Спасибо. Морпехи своих не бросают. Ты это знаешь. Идем, Кизу. Запасной системе кабелей. Духовка ведь тут ни к чему. Контакт! Оружие к бою! Прикрой, Рик! Короткими очередями! Я разрезаю запасной блок! Проводов! Линия восстановлена! Дело сделано! Собирайтесь, уходим! Что за черт? Ты что творишь? Возвращайтесь к нему! Уходи, Белла! Шевелись! Белла, беги! Давай, О'Нил, уходим в центр управления! Так быстрее, а то брошу тебя здесь нахрен! Никаких следов Беллы и Рид. Идем дальше, Ник. Не называй меня так. Ну и кто тут самый крутой? Я взломала систему безопасности радиовышки голыми руками. Ты как, жива? Да. Если это произойдет еще раз, выстрели мне в голову. Это приказ. Надеюсь, ты поступишь так же. Если что, пристрели меня. Никто ни в кого не стреляет. Белла, тут полно разных вейландовских причиндалов. Мы придумаем, как извлечь из тебя эту дрянь. Я чувствую, как она двигается. Что за чип? Быть начеку, следить за датчиками. Рядом, люркер! Уложите обстановку! Все живы! У меня все в порядке. Так точно, я здесь. Стоп, а где они? Что случилось с Анилом? Его метка движется вместе с той тварью. Патроны у всех есть. Идем за ними. Стойте, стойте! Если мы пойдем за Анилом, то наверняка все погибнем. Ты что, шутишь? Думай о том, что говоришь, Белла. Это слишком опасно. Как старший офицер, я должна принять решение. Принять решение? Да благодаря ему мы тебя спасли! Рид, с нами ты или нет, но мы идем за ними. Морпехи своих не бросают. Можешь отдать нас под трибунал. Уходим, парни. Если что, твоя вина. Значит, идем. Ура, черт. Вперед. Приготовиться! Оружие к бою! Вот скотство. Нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит! Смотреть в оба! Патроны беречь! По своим не стрелять! Собраться! Не отступать! Вот же черт! Вас понял! Все внимание! Начинаем! Все в укрытие! Бегом! Парни, у нас гости! Стрелы ему не страшны. Thank you.
очень рада, что ты жив. Рада? Забыла, как ты хотела его бросить? Белла, ты что говоришь? У нас были разногласия. Ага, она хотела нас построить, а тебя бросить. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. Я ведь не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решение. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй! Может, поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя. Эй! Все нормально, все нормально! Убери пушку! Белла! Белла, убери пушку! Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите! Возвращаемся в центр управления! Умитесь обе, черт бы вас побрал! Сулакра, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морпехов. Возвращаемся к вам. Нас тут. Я понимаю. Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний день потерял 300 человек, так что я вас понимаю, уж поверьте мне на слово. Рид, Белла, немедленно прекратите лаяться. Разрешите... Отставить! Ты приняла правильное решение, сама это знаешь. Тема закрыта. Вы двое, шаг вперед. Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово ВЮ, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей, и слишком много морпехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. Тут рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается. Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морпехов. Разговор окончен. Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а свои юмы разберемся. Главное, нам не мешай. В чем дело? Тут мы не проедем. Цилиндра набила столько пыли, что мы еле ползем. Дальше пешком. Сулака, это Уинтер. Мы доберемся до комплекса на своих двоих. Понял тебя, Уинтер. Не забудь про чертов список. Это военный жилет, но на наши они совсем не похожи. Кажется, эти гады из ВЮ ищут морпехов, которые еще не добрались до Надежды. Похоже, у горничной был выходной. Этих горничных смотрите на датчиках. Хорошая шутка, Белла. Что, поворачивать назад уже поздно? О'Нил, нужно открыть эту дверь. Белла, что на датчике движения? Ну, что-то эпизодически появляется, но далеко. Пока все в порядке. Дверь не поддается. Видать, намертво заела. Нужно ее выбить. Эй, умник, ты что, сбрендил? Нельзя шуметь! Так, ты рассказал ей про умника. Случайно. Теперь вперед пойду я, чтобы мы не подняли всех ксенов и парней из ВЮ в радиусе мили. Что, гигантские воронки? Парни, датчик показывает большую активность в пределах нашего периметра. Так что... Хрень работает. Конечно. Может, на гаражной распродаже. Хотя нет, смотри, работает. О'Нил, ищи список. Ах ты жопки горячие. Вот он, список. Тут. А, это оказалось легче, чем я думал. Постой. Что? Там указан позывной морпеха. У них морпех? Кто? Пусть это выясняет Круз. Сулако,
Список у нас. Сейчас мы вам его отправим, потом проследуем в комплекс. Понял тебя, Уинтер. Удачи вам с Беллой. Все слышат? Это корабль. Они заметили, что включилось электричество. Здесь нас не увидят. Нам нужно двигаться. В безопасности, сэр. Что со списком? Бишоп пробил позывной по всей нашей базе. У них есть морпех с нашего корабля. И он снабжает их информацией. Под пытками или нет, неизвестно. С нашего корабля, сэр? Они похитили морпех из Сифоры? С другого корабля. Он с Сулака. Не понимаю. Ведь все морпехи с Сулаку погибли. Никак нет, Уинтер. Один жив, и скоро они его увезут. А мы морпехов не бросаем. Ждите приказа. Конец связи. Значит, он нашел для нас второе смертельно опасное задание? Одного было недостаточно, что ли? Мы сами вызвались. Морпехи своих не бросают. Да, но умирать за кого-то я не подписывался. Нет, урод, ты подписался умирать за других. Обещай, если со мной что-то случится, ты постараешься спасти пленного морпеха. Белла. Обещай. Обещаю. Если этот тоннель связан с геологической станцией, мы обязательно выберемся по нему за ограждение. Все равно не спешите. Один звук из твоей пасти, гад, и завтра в мусорке найдут твои мозги! Если понял, кивни, сволочь! Белла, ложись на стол. Один из этих лицехватов оставил у нее в груди своего ребенка. Надо его извлечь. Но это невозможно. Неправильный ответ. Пожалуйста. Поверьте мне. Мы уже пытались извлекать такие эмбрионы. О, Нил, не перебивай его. Пусть скажет. Эмбрион строит из жидкости и питательных веществ хозяина плаценту. Но она не похожа на человеческую. Скорее, это сорняк, который укореняется в каждом органе грудной полости. Даже если удалить эмбрион, эта самая плацента, она словно раковая опухоль. Органы начнут выходить из строя один за другим, и тогда... Вы просто умрете. Уинтер, выруби его. О, Нил, я больше не могу. Как жарко. Эй, Белла. Да. Так, все в порядке. Просто закрой глаза. Вытащи того морпеха. Ты обещал. Вытащи всех с этой планеты. Ура, и к черту. Обещаю тебе. Сулака, это 2-1. Есть новости. Вы меня слышите? Прием. О, Нил, куда вы делись-то? Как там Белла? Сулака, мы не выполнили задание. Субъект не выжил. Просим выдать условия задания по спасению заложника. Прием. Ты уверен? Да, иди, чертов приказ! Вас понял, 2-1. Пленного морпеха ведут к бронемашине ВАЮ, это в самом комплексе. Вам нужно временно отключить электроэнергию, чтобы отвлечь внимание. Постарайтесь при этом не погибнуть. Обещать не будем. Конец связи. Я обещал Белли. Просто выключить генератор не поможет. Почти сразу включится запасной. Этот вариант отпадает. Да, понял тебя. Если мы повредим регуляторы аккумуляторов и снизим подачу энергии, запасной генератор попытается подзарядить аккумуляторы. И вся система выйдет из строя, как и система безопасности. Точно. Все поджарится. Бей по нижним.
а я займусь верхними. Если ксены пойдут на штурм, все кончится через пару минут. Ты хочешь послать на смерть столько людей? Надо думать об этом до того, как из-за них погибло 300 морпехов. Действуй. Сулаку, это Уинтер! Направляется освобождать заложника! Мы что вообще ищем, сэр? Понял. По нашим данным, ВИЮ держат его в изоляционном модуле в противоположной части комплекса. Выручайте морпеха. Оружие к бою! Вперед! Черт. Сулаку, вы это видите? Так точно, Уинтер, но картинка дрожит. Что это? О'Нил, повтори. Как ты сказал? Королева? Королева, матка, все равно. Яйца. О'Нил, уходим отсюда. Понял тебя, Уинтер. Постарайтесь не погибнуть и вытащите морпеха. С ВИЮ потом разберемся. Бог ты мой. Это не твой бог. Сулаку, вы это видите? Сулаку, отвечайте! Здесь сверхсветовой корабль. Мы сможем убраться с планеты. Эй, Сулаку! Он уже знал. Что знал? О'Нил, пора валить отсюда! Круз! Знал про этого предателя еще до того, как дал нам это задание. Белла была ни при чем! О'Нил, черт бы тебя побрал! Залезай! Сулака, это 2-1. Везем пленного. Вам придется многое нам объяснить, сэр. Они злые, как черти. Вы их чем-то огорчили, сэр? Кто он? Ну-ну, сынок, полегче, полегче. Вы ведь заранее знали про список? Вы все равно туда собирались. И вы знали, что Белла в любом случае погибнет! Да, и ты это знал. Но, сынок, все демоны ада не остановили бы вас. Вы все равно попытались бы что-то сделать. Убери оружие. Пусти ствол. Мы только что рисковали жизнью, чтобы вытащить этого парня из комплекса ВЮ. Представим, что никакого вранья не было. На кой черт вам понадобился этот морпех? Что произошло на Сулаку? Скажите нам правду! Сними ты этот мешок у него с головы. Ну и что это за хрен? Класс. Мы снова здесь. Я капрал Хиггс с корабля Сулака. Люди в Вейланд-Ютоне несколько месяцев выбивали из меня информацию. Их интересовало все, что я видел. Бишоп? Ты жив? Другой Бишоп. А вы как выжили, Хиггс? Вас объявили погибшим 14 недель назад. Мы прибыли сюда, так как перехватили ваш сигнал бедствия. Очень жаль. Какую информацию вы им передали? То, о чем они и сами догадались. Так что я остался уже, ничего по сути не видел. Капитан, кого мы сюда привели? Мы слишком поздно узнали про Хиггса, слишком поздно. И кроме того, я был уверен, что ваши шансы на выживание 0,1%. Мне жаль, что так вышло с Беллой, честно. Но в ВИЮ здесь стоит сверхсветовой корабль. А у меня на этой проклятой планете сотня морпехов. И мой долг вытащить их отсюда любой ценой! Тогда торопитесь, сэр. К
Корабль скоро улетает, уже не вернется. Вам известно расписание? Мне известно не только это. Сэр, сюда с боем пробиваются две группы морпехов. Что? К Надежде Хадли направляются более сотни ксенов. Примерно через 30 секунд горизонт почернеет. В небо поднимутся самые смертоносные машины во Вселенной. Я вижу, ты не из тех, кто считает себя важной шишкой, но это решать не тебе. Здесь и сейчас именно ты и именно мой пилот. Самые важные морпехи из всех. Так что вали отсюда, к чертовой матери! Пошел! Если не растеряли датчики движения, приклейтесь к ним носом! Вызываю всех! Бегом к центру управления! Найди там всех живых! Что это было? Жить будешь. Так, парни, все в транспортный отсек. Там новый штаб. И поглядывайте на крыши. Датчик светится как елка. Готовьтесь к неприятностям. Давай поставим эти турели. Окна! Они лезут в окна на лестнице! Сварка не выдержит! Они лезут в окна! Над собой! Пусть Рит идет в шлюпку. Она еще в центре управления. Ее здесь нет. Что, сэр? Я отправил Рит и Хиггса за пределы колонии. Что? Поднимайте птичку! Сулака, мне нужна минута для подготовки. И пусть кто-нибудь отключит подачу топлива. Уинтер, ты все слышал? Понял, Рейдер. Сулака, это Рейдер 6-5. На радаре чисто, в пределах видимости врагов нет. Разрешите зайти на посадку и исполнить парочку флинта. Что могу сказать? Похоже, ты тут придешься ко двору. Простите, сэр, но вы не указали, в каком направлении должна двигаться бронемашина. Но раз вы живы, если не возражаете, я спрошу кое о чем. Что произошло на Фьюри 161? Значит, легких вопросов не будет. Мы покинули ЛВ-426, и я отправил сигнал бедствия, который вы приняли. А затем лег в заморозку и стал ждать. Смерти, спасения, чего угодно. Рядом с Фьюри на корабле включилась тревога, и меня разморозили, как старшего по званию и единственного морпеха на корабле. Тревога сработала, потому что на борт незаконно проникли наемники Майкла Вейланда. Так кто же тогда был в твоей криокамере? Долгая история. Мне важно одно – разделаться с этими ребятами. Это все, чего я хочу. Этим и займемся. Сэр, вам слово. Мы все с вами колониальная пехота. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю младенца Иисуса за то, что я морпех. И если я позволю Вейланд Ютани это у меня отнять, то пусть добрый боженька меня накажет. Итак, у нас нет корабля, на котором можно убраться с планеты, но он есть у них. Сколько до прибытия последнего судна? Приходит сегодня вечером и уходит насовсем. Если не захватим корабль, останемся здесь навсегда. Это единственный шанс. Под моим началом 63 колониальных морских пехотинца Соединенных Штатов. И мы захватим этот комплекс, а потом и корабль. И мы прихватим с собой все улики против Майкла Вейланда и его компании, которые найдем за все, что они нам сделали, за все, что они у нас отняли. Ура и к черту, О'Нил! Ура, капитан! За погибших морпехов, парни! Говорит
говорит Рейдер 6-5. По прибытии на место буду поставлять разведданные всем наземным силам. Будьте начеку и определите все наземные и воздушные цели. Вас понял, Рейдер. Уничтожим цели быстрее, чем вы их указываете. Отлично, Уинтер. Удачной охоты. И оставьте кого-нибудь для меня. Конец связи. Говорит Сулака. Всем наземным группам подготовиться к развертыванию. Мы начинаем. Рейдер 6-5. В воздухе еще одно судно. Похоже, на нем короля. Прием! Ясно, Уинтер. Иду на перехват. У них тут везде полно зенитов. Морпехи, эта сучка единственная, что удерживает их на планете. Прикончите ее! Сам корабль должен остаться на поверхности. Это Рейдер 6-5. Визуальный контакт с королевой. Иду в атаку. СОС, СОС, зенитки ведут по нам бешеный огонь. Идти на сближение с королевой не имею возможности. Повторяю, идти на сближение не могу. Кто-нибудь, вырубите эти пушки! Поддержите нас огнем! В комплексе полно ксеноморфов. Идем к вам с максимально возможной скоростью. Конец связи! Рейдер 6-5, над нами чистое небо. Зенитка уничтожена. Поняла вас, Уинтер. Отлично. Идем к королеве. Остались еще две зенитки, и они нам мешают. Давайте, парни. Отпользуемся, идем к второй зенитке. Они заблокируются, чтобы избежать разгерметизации. Что? Вот это план? У нас нет выбора! Нужно попасть на корабль, пока он не покинул атмосферу! Рид, действуй! Готово! Ракеты пошли! Сейчас столкнемся! Yes.
Уходи, это приказ! Убирайся отсюда! Уинтер! Погоди, а где груз? Как нам выбраться, Бишоп? Уинтер! Его прижало, Рид! Я постараюсь вытащить груза, а вы с Бишопом выбирайтесь отсюда и найдите способ открыть шлюз! Мы с Онилом, Рид и Хиггсом проберемся внутрь через аварийный люк. По моим расчетам, у нас осталось около 8. Стойте! Не спорь! Идите! Понял. Давай, давай! Капитан, как вы там? Патроны бы не помешали. Сэр, у нас 8 минут. Сейчас придумаю, как вас вытащить. Ты что, спятил? Уинтер, уходи! Мы почти у цели. Не высовывайся, Уинтер. Как обстановка? Я не хочу открывать дверь, пока она находится там. Слишком большой риск. Уинтер, ты умеешь пользоваться грузовой катапультой? Продолжение. Прежде чем воспользоваться катапультой, ее необходимо перезагрузить. Система после падения отключилась, так что управлять придется вручную. Понял тебя. Но прежде убедись, что она находится перед катапультой. Просто глазам не верю. Да ну? За дверью Майкл Вейланд. Из-за него мы все здесь. Мы потеряли черный ящик Сулаку. А люди в Эйю уничтожили все улики, так что Вейланд нужен нам живым. Он должен дать показания. Согласны? Унил, пойдешь со мной. Мы разберемся с этими парнями. Стойте, не стреляйте, погодите, да погодите же! Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что ты наделал, упырь? Нет, пожалуйста, не делайте этого, я ведь просто лицо компании. О, Нил, подумай, что ты делаешь. Поздно думать. Братишка, мы его взяли. Убери оружие, убери. Не могу. Кто-то должен за все это заплатить. За Круза, за Киза, за всех, кого мы потеряли. За нее. Не думай сейчас про Беллу. Если кто-то назовет ее имя, я разнесу этому гаду башку ко всем чертям! Пожалуйста, не стреляйте! Заткнись, мразь, заткнись! Можно я с тобой поговорю? Бишоп, отвали хоть ты! Нет. Бишоп, я не шучу. Если не отойдешь, буду стрелять через тебя. Нет, Белле бы это не понравилось. Я сказал не называть ее имя! Белла. Онил, стреляй! Хиггс, ты что? Что за дела? Онил, ты должен его застрелить! Поверь, должен! Капрал, отойди! Онил, не надо! О, как я благодарен! Бог ты мой! Застрелил я твоего бога! Он был нам нужен! Присмотрись!
Это не Вейланд? В точку, капрал. Но откуда ты знаешь, что это не настоящий Вейланд? Ты сказал, нам нужно выяснить все, что ему известно. Я был у них 13 недель и 4 дня. Многочасовые допросы, бесконечные пытки. Конечно, я уже едва держался. Но знаешь, когда в камере вас только двое, в конце концов замечаешь, что второй парень не дышит. Почему тогда ты его убил? Потому что он бы уничтожил вас при первом удобном случае. Это его задача. Бишоп? Я могу скачать его данные. Это особая модель. Возможно, нам повезет. Что для этого нужно? Свободное место и скальпель. А это опасно? В моем мозгу трубки. Глупый вопрос. Прости. Бишоп, ты готов? Закачка данных уже началась. Мне нужна еще минута. Думаешь, это сработает? Сработает. Откуда ты знаешь? Ты потерял девушку, да? Да. Я тоже. Это должно сработать. Бишоп, что у тебя? Скажите, у нас осталось хоть что-нибудь? Нам необходимы доказательства. Все улики у нас.